Сейчас самое главное из вопросов, собственно, что от подписчиков звучит, я бы хотел выяснить, это по двум материалам, кислотный грунт и эпоксидный грунт. Я эпоксидику оставил на выписке, я эпоксидный оставил. Как работает именно на уровне химии кислотный грунт? Что он? Воздух левый, что химиково эпипеду, левый. Оксидный старый, да? Что он, кислотный грунт, как работает? Да, именно с металлом работает. Металл после антиграя, что металл он имеет. Пада мы тут сразу все вот это тема, ксерные поли химия. Говорят, все мастера у вас маляры знают химию. Я не понимаю, откуда? Поли псахнут. Очень ищу, говорю. Другие, в других стране задают маляра такие вопросы. Λοιπόν, υπάρχει το οξεοσκληρινόμενο, acid curing το λέμε. Acid curing называется, который, значит, так кислотно отверждающий говорит. Και το epoxy curing. И epoxy на Τη διαφορά των δύο αυτών θέλει να μάθει. Вот эти разницы, да, хочешь узнать между ними. Что они конкретно, разница в работе с металлом? Пану сэ металлу. Пρόσθεση. Адгезию. Как они воздействуют на металл в плане антикоррозии? Как они защищают металл? Пос, лей, простатевун то металло. Пос простатевун то металло. Προστασία του μετάλλου μπορεί να γίνει είτε με αντισκοριακά πράγματα που έχει μέσα. Или антикоррозийные вещества, которые они содержат, эти продукты. Έτσι, αν μιλάμε όμως μόνο για τις ρητίνες. Если говорим мы о смол. Έτσι, το acid curing πάει και τσιμπάει λίγο το μέταλλο. Говорите, οξύ, ναι. Το οξύ, ναι. Да, это, значит, как называется, кислотный грунт, он задевает пол металл. Немножко. Пол лигу. Зацепляет этот металл. Για καλύτερη πρόσφυση. Чтобы у него было бы хорошее отдействие. Έτσι. Η εποξυδική ρητίνη. Εποξύδινη γρούν. Έχει από μόνη της πολύ καλή πρόσφυση στο μετάλλο. Уже сама по себе имеет хорошую, говорит, отдействие на металл. Έτσι. Για αντισκοριακή προστασία. На антикоррозийную, значит, защиту. Και από химика γενικά. И от химических вообще. Προτείνουμε εποξυδικό. Мы предъявляем вам, предлагаем эпоксидный. Понятно. Теперь вопрос номер два. Имели небольшой очаг коррозии, который мы расшлифовали полностью механическим путем, убрали. Είχαμε λέει σκουριά σε ένα σημείο και λέει το τρίψαμε μέχρι το μέταλλο. Αυτό που είναι η большая гарантия в работе, на эпоксидный грунт или на кислотный дальнейший акриловый? Вообще король на всех говорит делах, это эпоксидный. Γι' αυτό αργεί να στεγνώσει. Но запаздывает в сохранении. Но он дольше сохнет он. Κάνει πολύ пикно πλέγμα. Он говорит очень хорошую связку. Хорошо, тогда в этом случае смысл в кислотах. То ты оксидный быстро. Грегоро. Он просто быстрее. Απλώς είναι πας σε μικρά πάχη. Толщина меньше. Δεν πας σε μεγάλο, το εποξυδικό μπορεί να πας πολύ μεγάλο. Потому что эпоксидный там толщину меньше. Αλλά κυρίως είναι το γρήγορο και είναι ένα κάπα. Ή одна компания. Ή δύο κάπα, εντάξει. Εξαρτάται τι δουλειά θέλει να κάνει. Ναι, τι δουλειά σου. Ή σου ζαλίσει το πούλα. Αν θες να δώσεις μια προστασία η οποία θα είναι πενταετίας, εφταετίας. Если хочешь продать вратить, να дать гарантию 5-7 лет. Με τα στάρια ένα κάπα, τα acid curing που λέμε, είναι μια χαρά. Говорит, однокомпонентным оксидным грунтом нормально. Αν θες να κάνεις ένα αυτοκίνητο, το οποίο θα είναι restoration, θες να το κρατήσεις για άλλα 30-35 χρόνια. Εγώ τους στείλει να τρέξει 40 λεπτά. Και έχει ήδη σκουριές πολλά. Και έχει σκουριές ήδη. Ή уже у него есть, говорит, ржавчина. Εκεί θα πας εποξυδικό αστάρι. Там εποξύδινη грунта. В любом случае эпоксидный дает лучше. Лучше, гарантию. Сказали, да. Он король. Все. Это не я сказал. Это вот ко мне вопросов никаких. Я специально.